Всем здорово! Вот замечательный выпуск «Еды человека». Снова про сгущенное молоко. Ну, вообще, люблю я консервированные продукты нормального, хорошего качества. Вот, и ввиду последних там разных событий, хорошо запасаться разными консервами, в том числе сгущенным молоком. Я уже показывал разное сгущенное молоко, и есть еще что мне показать из таких, ну, реально проверенных. Но сейчас я вам покажу эталон. На мой взгляд, эталон прямо по вкусу и по, ну, по качеству, скажем так, сгущенного молока. Единственный, конечно, минус, что оно не в железной банке. Специально сегодня купил. Это вот такое сгущенное молоко производства Кезского. Кез – это такая деревенька. Вот, Кезского сырозавода. Ну, короче, нереально делают нормальное молоко. Нормальное масло, сметану, вообще более-менее качественный продукт. Когда ты ешь, и ты понимаешь, что это прямо вкус детства, прямо эталон, короче. Вот, сгущенное молоко с сахаром стоит примерно 44 с чем-то рублей, 250 грамм, 8,5% массовая доля жира. Вот в такой замечательной банке все это дело. Вот, Кезский сырзавод, вот у него такой значок. Увидите такой значок на продуктах, значит, продукты более-менее нормальные. Ну, пока они не зажрутся и не начнут гнать какую-нибудь херню. Вот. Состав здесь молоко цельное, молоко обезжиренное и сахар. То есть, ну, в принципе, все, что требуется. Давайте откроем. Я уже, блин, к сожалению, его открыл. Его сразу практически не стало. Потому что оно реально вкусное. Но это самое вкусное вообще сгущенное молоко из тех, которые сейчас продаются в магазине. Вот, я уже практически почти все съел. Вот. Оно, особенно если в холодильнике постоит, вообще густое. Такое слегка желтое. Ну, вкус вообще не передать. Вкус на камеру передать невозможно, к сожалению, но вот я реально вкуснее сгущенного молока я не пробовал. Отличное башкирское сгущенное молоко, которое я показывал, продается в Агате у нас. Вот. Замечательное белорусское сгущенное молоко Рогачев там делает. Тоже сделаю про него обзорчик. Оно все в железных банках. Вот это молоко, к сожалению, в железных банках не продается. Продается только в пластиковых вот таких вот пакетах. Ну, не пакетах, в пластиковых стаканчиках. Но реально по вкусу, по консистенции и вообще по всем качествам это, ну, на мой взгляд, на текущий момент идеал просто моего сгущенного молока для меня. Вот, поэтому всем советую. Увидите в магазине производства Кезского сырзавода сгущенное молоко. Обязательно, обязательно возьмите, пополнить свои запасы. В любом случае не пожалеете. Ладно, тогда. Всем пока, всего хорошего. Давайте.